Дорогие наши зрители, мы рады вас приветствовать на нашем YouTube-канале. Спасибо вам за вашу поддержку. Сегодня рано утром несколько российских сайтов сообщили печальную новость. В ней говорится о том, что сегодня в 7 часов утра в 26-ю городскую больницу города Москвы был доставлен известный российский актер театра и кино Никита Панфилов. Сообщается о том, что в больницу его привез его друг прямо из Подмосковья, где они находились на отдыхе в загородном доме. Медики диагностировали у актера серьезную травму позвоночника. Сообщается о том, что актер, находясь у себя в загородном доме, упал, когда спускался по лестнице со второго этажа. Чтобы не ждать скорую, его друг решил его привезти в больницу на личном автомобиле. Сообщается о том, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. Медики уже оказали ему медицинскую помощь. А вот съемки, которые были запланированы, пришлось отложить. Завтра рано утром шокирующие подробности этой трагедии. Друзья, подписывайтесь на наш канал и будьте всегда с нами.